Вы знаете, я даже не знаю, мне кажется, это зависит от молодых. Как они согласны будут или нет. Ну вот если покажет тест, что несовместимы психологически, что теперь не жениться? Да нет, они все равно сделают по-своему. Если два человека решили уже соединиться, мне кажется, уже никакие тесты не помогут. Как бы им передумать уже. Люди какое-то время должны просвечаться, должны узнать друг друга. А психологический тест, ну, бессмысленно. Ну, перед свадьбой все равно люди, как правило, встречаются там сколько-то времени. Ну, за это время не узнают тебя. Узнали, да, через какое-то время развелись там. Год-два пожили, опять развелись. Может, их настроят, что не нужно торопиться со свадьбой? Мне кажется, вообще лишнее. Лучше какие-нибудь другие законы предпринимали, но никак не это, бред вообще. Нужно ли вообще? Я думаю, что это не нужно. А почему? Это, я думаю, они в процессе общения поймут, совместимы они или нет. Все приходит с годами. Все приходит с годами. Поэтому и согласие, и любовь.